Я думаю, удешевить стоит, а вот увеличить, ну, тоже через день не очень удобно. Авиарейсов, да, конечно. Абсолютно, потому что, ну, все-таки не все уже ездят на поездах. Не все направления, конечно. Допустим, отсюда в Караганду не улетишь. Единственный способ, допустим, быстро добраться в какие-то областные центры – это самолет. Мало рейсов, надо быстрее, больше самолетов и цена доступная, чтобы было. Ценовая политика в первую очередь. У нас все зависит от стоимости, да, и от этого мы выбираем вид транспорта. Ну, и цена – это немаловажно. Самое главное, по-моему, цена. Я считаю, что все-таки те цены, которые на сегодняшний день выставляются на авиарейсы, уже фактически, ну, скажем, больше 50%, ну, совпадает с билетами на поезд. И все-таки люди привыкли, Алма-Ата, Астана, да, две столицы, и вот это сообщение, это, конечно, сильно, да, а все остальное, это уже как бы периферия побочная, поэтому однозначно дотация государства. По крайней мере, меня устраивает все в нашем сервисе. Летал на зарубежных авиакомпаниях, да, в том числе в Европе. Такой же сервис, также как бы, так же улыбаются. Даже у нас, мне кажется, улыбки приятней. Даже международный аэропорт, да, который находится в Астане, все-таки я не говорю про сервис, но сам аэропорт очень холодный, и нету комнат, есть, вернее, комната матери и ребенка, но это настолько, скажем, не приспособленная комната, абсолютно ни к чему. Нужно пледы выдавать, как, допустим, Алмата, Бангкок, там, как в Эйр Астане, если говорить о Скате конкретно. Ну, в Скате, да, не кормят, скажем так, водичку дают только там. Можно чай предложить, соки предложить, что-то вот поизысканнее немножко.